Всем привет, ребят, с вами я, Усен, и сегодня будем набирать новому бойцеру кубки. Также, ребят, сегодня будет еще один видосик по набиванию кубков на моем еще одном новом равлине Спраути. Потому что я только что его выбил. Я не представляю, как я его выбил просто. Выбил, вернее. Но сейчас речь идет не о Спрауте, а о... Погнали. Я уже немножечко кубков набивал сегодня. И решил... оставить сочные напоследок. Что ж, ладно, погнали. Давайте, ребята, расправимся с этим тиком, который не понимает, зачем пришел сюда. Ведь это же рук, ребят. Сыру лучше не спорить. Ребят, вот запомните, никогда сыру не спорите. Он вас может заморозить и превратить в сочное, вкусное, охлаждающее мороженка. Поэтому никогда с ним не спорите. Ну, если у вас 10 банок, а у него 0, то можно, в принципе, его и заморозить. Да. Вот, ребята, как вы видите, я уже занимаю топ-1, можно сказать. Опа-опа. Что у них там происходит? Не тут? Извини, не тут, но тебе это, к сожалению, надо. Я думаю, тебе это на руку. На тебе, на! Не! 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 Готов! Ух ты ж, новенький еще. Место новое. Ух ты ж, мне сколько дали. Да, ребята, я очень рад, что вышел новенький Бравл Пасс. Он мне очень нравится. Новый Бравлер Ева тоже крутой. Мне нравится все. На нем. Так, идем, ребята, разбираться с Розой. Сейчас мы с ней разберемся, можно сказать. На тебе, на тебе. Бля, ребята, она просто хочет, чтобы я с ней разобрался. Нео! Давай, давай, динамай. Нет, нет, не кидай только свою ульту. Нет, за что ты в меня кинул ее? За что? Ладно, 4 кубка сорвало мне. Так, погнали. Бравлеру идет ломать банки. Так. Ребят, за нас летит эта дыра, поэтому надо его устранить. От меня. Ведь он может мне помешать очень сильно. Что, страшно уже стало, Дэрюга? Не-не-не-не-не, не сбежать тебе уже от Ру. Ру сам сильный. Опачки, только не она, только не она. Не надо, не надо. Ай, убира все-таки. Ладно, плюс 2, все равно. Ладно, ребят, сейчас попытаемся занять топ-1. Ради всех, я вас займу топ-1. Я буду обещать, что займу топ-1. Обещаю вам просто. Погнали. Ой-ой. Так, все, ребят, бежим. Не. Давай, давай. Не. Не. Хочешь еще? Получай тогда. Что, Кольт, плохо тебе. Видимо, ты захотел превратиться своей ненависти в морожка. Вкусная. Что? Эль Примус? Устраняем. Так, хорошо, Эль Примуса устранили. Так, нямка-нямка. Спасибо, 8 бит. Не, не! Получай! Вот, ребят, я вам обещал топ-1. Топ-1. Готов. 5-й ранг, ребят, уже набил на крутяк. Давайте согласимся. Готов побеждать. Не! 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 Теперь мульчик.
Эй, мой мальчик, хочешь? А кто ж ульту мою потратил зря только? Будешь знать, за что потратил только зря ульту. А, нет, не зря, в принципе. Так. Мне кажется, сейчас все офигеют от моего количества манок, которые я сейчас наберу. Так. О-о-о, не-не-не-не-не, Брук. Лови! Ой-ой, блин, меня убил Бо. Ладно. Ничего, плюс 4. Еще 14 кубков у меня в карманчике. Давайте еще раз. Ой-ой, это плохо, Пайпер. На тебе. О, попал ребят, кстати. Два раза. Хорошо, хорошо, ребят. Не! За то, что попало. Ой-ой, ребят. Я, кажется, в западне большой. Притом. О! Шо, Гейл, тебе не все не нравится? Хочешь угощу морожком? Может, тебе морожка поднимет настроенько? Может, тебе морожка настроенько поднимет? Ну или заморозка и поднимет тебе настроение. Нет, тебе заморозка не подняла настроение. Понятно. Ладно, все, мне это надоело. Надо взять хотя бы топ-2. В этот раз я не буду так поддаваться. Что ж, держись. Ой. Блин, она меня сейчас грохнет. Нет. Только попробую забрать ее. Ладно. Убегаю уже. Но я тебя все равно угощу одним морожком. Вот так. Угости. Так, быстрее, ребят, лутаем банки, пока никто не пришел. Опа, нормально. Лутаем пока что. Еще кого-то и банк. Вот это конец. Стойте. Так. Коктейль Молотова. И бить. Не, не. Опа. Вау. Я согласила сообщение. Не важно, четвертое место. Ну, четвертое место, ребят. Нормально. Ладно, ребят, это будем уже заканчивать. Я устал уже там. Хочешь что-то позвонить. Ладно, ребят. Что ж, с вами был я, Руслан. Всем пока, ребят.